18 марта 1944 года войска 1-го Украинского фронта продолжили наступление в районе Винницы. В ходе упорных боев овладели важным железнодорожным узлом и городом Жмеринка. Артиллерия провела мощную артподготовку, а затем пехота стремительно ворвалась на первую линию вражеских траншей. Разбив противника на переднем крае, стрелковые части устремились вглубь немецкой обороны. Гитлеровцы потеряли половину личного состава и две трети материального оснащения. До победы оставалось 417 дней.